А не прийти на репетицию, мне кажется, что человек может только, если он умер. Это жесть, конечно. Поводу актеров непросто им жить. Театр — это никакой не бизнес. А что, я тоже как директор должна пойти вместе с артистками на панель? То есть это вот такая стрёмная работа у тебя, да? Да, для меня это вообще почти религия. Гвозди.